Так вот ради вот такой клубники мы здесь и работаем. Льва, да вот тут вот самая крупная, она сколько примерно весит? Ну, где-то 50 грамм одна клубничка. И такие крупные, сочные и сладкие повсюду. Начать выращивать клубнику братья Минхаеровы решают в прошлом году. Тогда все силы направили на укрепление корневой системы ботвы. В этом году первый урожай. Если честно, я ощущаю себя в каком-то клубничном раю. И куда бы я ни посмотрела, под каждым кустиком здесь огромное количество красной спелой клубники. И вот это поле отрабатывает свой первый год. Ровно через 2 года его оставят, чтобы оно отдохнуло, а клубнику пересадят вон туда, на соседнее поле. Земля рядом с селом Нарманка тоже уже своя, больше 10 гектаров. Пока клубникой засажены 2,5 из них, 1,5 под малину. С одного такого куста собирают по 0,5 кило ягод. В целом же рассчитывают на урожай 8 тонн. Те, кто один раз приехал, приезжают, уже заказывают помногу. Всем очень нравится. И хочу отметить, что проверяли на нитраты, то есть содержание нитрат в норме, так что я считаю, экологически чистые ягоды у нас. Но не только клубникой снабжают тут татарстанцев. Сезон каждый день здесь работают 8 человек. Весной обработка почвы, культивация, чуть позже срез усиков, летом сбор ягод. Вот и Алексей Гарманов свои каникулы не отлынивает. Работа на поле начинается в 8 утра. И хорошо то, что здесь есть работа в связи с коронавирусом. Люди очень много работы потеряли, а у нас, слава богу, здесь есть работа. Я не хотела сидеть дома, нашла работу по соседству, не надо далеко ездить. Работа – одно удовольствие, смотрите, какие ягоды, это вообще супер. Пока здесь 2 сорта. Во время налива ягоды их удобряют калийными и азотными удобрениями. Поливают кусты артезианской водой. Наладить систему орошения помогли деньги от агростартапа. Тогда Минхаеровы получили без малого 3 миллиона рублей. К осени планируют поставить несколько мини-теплиц. Тогда и ягода будет поспевать раньше. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиетдинов, ТНВ, Лаишевский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қонақ күттіріп кенә интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қарап болады.